Твердые лекарственные формы – это таблетки, капсулы. Как происходит выпуск растительных лекарственных препаратов? Почему компоненты смешивают в таблесмесителе ровно 60 минут? И зачем в отделке чистых зон используют нержавеющую сталь? Молодые специалисты увидели работу исследовательской лаборатории, цеха галеновых препаратов и готовых форм, цеха подготовки сырья, а также была показана в действии работа грануляторов, капсуляторов и таблепрессов. Все оборудование от ведущих мировых брендов. В первую очередь в сегодняшней экскурсии запомнилось высокоточное оборудование импортное, как на нем работают люди. Захотелось самим попробовать себя в качестве специалиста на данном предприятии. И, конечно же, запомнился коллектив, который здесь работает, своей открытостью, доступностью информации и работоспособностью. Мы, конечно, в институте работаем, в лаборатории, что-то там делаем руками, но здесь это уже более подробно. То есть как таблетки, они от самого начала разрабатываются, и как вот эти все подразделения работают между собой, то есть куда они потом идут, как их проверяют на качество, как это потом идет в крупное тоннажное производство. Экскурсии, семинары, практики между этой компанией и вузом давно сложилось плодотворное сотрудничество. Оно имеет большое значение как для организации образовательного процесса, так и для мотивации молодежи к выбору специальностей в сфере биотехнологии. Чем больше будет подобных мероприятий проводиться с участием студентов, тем профессорско-преподавательскому составу будет проще адаптироваться к созданию каких-то технологий и к учебному процессу для того, чтобы более гибко реагировать на запросы промышленных предприятий. Где-то может увеличить количество практических занятий, на какие-то лекционные курсы сделать больше упор. И тем больше, тем легче будет адаптироваться самим студентам, уже приходя на производство. В итоге такой совместной работы более 90% выпускников БТИ по направлению биотехнология трудоустраиваются именно на бийские предприятия. Я работаю в компании с 2013 года. Пришел в должности инженера. В этом году уже будет 10 лет. Непосредственно при моем участии было зарегистрировано более 50 наименований продуктов разной направленности. Карьерный рост – одна из существенных причин, по которой выпускники вуза стремятся устроиться на работу в Эвалар. Являясь национальным лидером по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья, компания заботится не только о производственном процессе, но и предлагает солидный социальный пакет. В него входят такие вещи, как корпоративный транспорт, который вас из дома заберет, привезет на работу и обратно, бесплатное питание. Сюда входит возможность обучения и повышения своей квалификации. Сюда входит возмещение расходов за санаторно-курортное лечение, за отдых детей в детских лагерях. У нас есть свой медицинский центр, у нас есть свой фитнес-зал, у нас есть свой, в конце концов, корпоративный детский садик «Золушка». Сегодня в компании «Эвалар» работает порядка 1500 сотрудников. Часть из них трудится здесь со дня основания, более 30 лет. Одна запись в трудовой книжке – островок стабильности в современном мире. Некоторые студенты уже решили, что после окончания вуза придут работать именно сюда. Юлия Цапко, Андрей Сигаев. День с толком.